Всем привет! Сегодня вы узнаете, как лига пропокорила американский рынок ставок на спорт. В конце января всемирно известное американское издание New York Times рассказало о необычайной популярности российского любительского турнира по настольному теннису пролиг среди американских игроков. Во время пандемии турнир стал третьим или четвертым по популярности среди любителей ставок в нескольких штатах. И некоторые американцы нашли своих личных кумиров среди российских игроков. Митаратингс пересказывает главное из текста New York Times и приводит мнение экспертов из российской индустрии ставок о причинах успеха пролиг. Они проводят матчи в тихих, скудно обставленных залах Москвы на турнирах, которые проходят каждый день и в любое время суток, с участием многих спортсменов, которые сильно различаются по возрасту и, во многих случаях, по уровню подготовки. И каждый месяц на каждый их шаг тратятся миллионы долларов. New York Times. С началом пандемии коронавируса профессиональная лига стала невероятно популярной среди любителей ставок. Ни один вид спорта не смог так быстро адаптироваться к вкусам игроков, делающих ставки. Даже создание киберспортивных турниров заняло некоторое время. Пролиг ничего не изменилось, как будто этот формат был специально придуман для форс-мажорных обстоятельств. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, видео было довольно интересным. Не забывайте подписываться на канал. Всем удачного дня!